Silencing empty my ass and sweet una bit. Не эстонская песня. Да на эстонском может, я пою. Ты неправильно поешь. Может быть, подожди. Давайте евро дам. Давай. Счастье твоей. Давай, пусть это будет первый евро. Посмотрите, вот это первый евро, который сегодня заработал, просто потому что плохо спел на эстонском. Да я вообще не понял ничего, но я понимаю, что на евро тянет. Сицима, мувы, отсюда. Дальше продолжай. Мэ, понял. Мувы, отсюда, мэ. Нет, я ее не узнаю. Но... Всегда у меня настроение падает, понимаете, вообще все падает, когда песню не узнаю, потому что значит я могу не заработать. На ужин, здравствуйте. Привет. Hi. Привет, Hi. Вы местные? Ага. Кисала си саптима эс, эн си те улуе. Продолжай. Так, вот видите, мне уже расстраиваюсь. Асима, Нисима, Алина. Я просто слова не знаю. You know. Но песню-то знаете? Ага. Она ведь известная, популярная. Ну да, да. National? Народная? Like, да, народная. Это старая песня, я ее с детства знаю. Эта история с разучиванием песни длится со вчерашнего дня. Я пою, некоторые прохожие реагируют на мелодию, но вот слова у меня получаются какие-то не эстонские. Пока демонстрировал свои вокальные данные, узнал, что петь где угодно нельзя. Нужно иметь официальное разрешение. Но тут... подкинули вариантик. Ну, еще есть так называемые смотровые площадки. Вот там можно петь. То есть будем петь на всех смотровых площадках города. Я вот подумал, если эксперимент удастся на всех локациях, то, может, и поужинать в каком-нибудь дорогом ресторане? Я теперь эта мысль покоя не дает. Как раз тут набрел на одно симпатичное местечко. Не ула там, но падемес. Не ла... Кай ула там. А, ке ула там, но падемес, не лахкет, не уле. Это правильно? Да, это все правильно. А почему они знают? Это уже лучше. Не лахкет, не лахкет, не уле. Не лахкет, не уле. Правильно? Не уле, я. Не уле. Ас илю сацина цицима, мувит над судами. Не могу ничего сказать, не уверен. Эй, ИАЛ, уну, не. А. Эй, ИАЛ, уну, не. Мувит над судами. Нормально, хорошо. Ничего не понятно, да? Мы эту песню знаем. Знаете песню? Но мы не поем. Но не...